озеро Валдайское. Ну, на той стороне, собственно, сам город Валдай. Вот видна там вышка телевизионная. Ну, достаточно далеко до него труба. А это пристань. Сюда можно добраться, конечно, и каком-нибудь речном озерном транспорте. Там видим за крепостной стеной золотые купола главного Виверского храма. Это колокольня, с которой мы сейчас слышали благовесть. Ну а это центральные ворота входа в Виверский храм, в Виверский монастырь. Ну, он действующий, это мужской действующий монастырь. Ну, я прочитаю историю этого монастыря и в следующих роликах расскажу про него более подробно. Но место, конечно, очень красивое, тихое, намоленное, можно так сказать.